человека. Ну, это где-то недели три назад, наверное, или может побольше. Ну, приснилось, что якобы самолет пролетал надо мною. Большой. Я человек деревенский. Никогда сроду не был нигде. А куда поедешь, и все от тебя нос суют. Фермой пахнет. Приобрел себе эту взяла. Вот и лучше всех джип. Жизнь сейчас неплохая. Все есть, в магазинах все есть, а вот денег мало. Пенсию получается 7800. Ну, пока хватает, обходимся, нормально все. Лишь бы не было войны. Остальное все мы переживем. Ну, посмотреть ты, конечно, хочешь. Белый свет своими старыми глазами. Последнее буквально только что стало известно, что предъявлено обвинение водителю грузовика, по вине которого предположительно произошло ДТП с участием автобуса в Новой Москве. 18 человек погибли, десятки пострадали. Сегодня в Москве и в области объявлен траур. Пока это все. До встречи. Не, расскажись, не нравится. Это мое мнение. А там, я не знаю, кому нравится, пусть живут. Милое дело в деревне. Тихо, спокойно, никто никого не... Здесь бегом, все бегом, бегом, бегом. Очень приятно. Дедушка Вася. Откуда прибыли к нам? Берлин возьмем. А я служил в Берлине. Берлин возьмем, Москву не отдадим. Правильно. Договорились? Россия такая наша страна. Ну, надеюсь. А вы еще живы? Конечно, конечно. Живите, дорогой. Живи. Командуем ко всем. Стена громадная. А за стеной тоже это правительственное все? Вот это самый Кремль, да? Со времен Петра I не было умных руководителей России. Если бы Николай II был бы умный, он бы Ленину голову оторвал бы нахуй, блядь, чтобы и не то, что там революцию делать, его не было бы никогда. Никаких или самых. Ну что я буду бояться? Ну что бояться? Я первый раз попал в танк, ага. Это, наверное, страшнее самолета было бы. И не боялись же.
светло. Как сестра говорила, тебе там на орган отправили. Я говорю, мне самое главное, орган не работает, а на столе им не нужно. Она, куда ты едешь? Ну, предрассудки, дикие предрассудки. Это, например, я сразу бы согласился, да, ну еще, и так бы остался пнем в своей деревне. Но сейчас я более-менее просветленный человек. Атлантический океан. Мало того, что море не видел, даже океан увидал и пролетал над ним. Немножко вечер уже настал. Так бы можно было попробовать купаться. Ух ты, вода холодная. Поколение в поколение, из поколения в веками. Да, веками. И это такой менталитет. Понимаешь, ты надо подмазать, иначе ничего не будет. Пока ты не имеешь дела с советской властью, тебе кажется, что советская власть хорошо, да. Хорошо. Да. А как только будет, надо пойти в райисполком или в горисполком или. Все, она кончилась. Да, она кончилась. Вы будете тут жить? Нет, сейчас улетаю. Говорите о нас хорошем. Она ушла. Хорошая никогда не забывается. И она. И на Курске. Вот ваш жил там уже Курский. Он Курский, Винокур. Но я не знаю, где он жил, но он в самом городе Курске. А я с района. Я пережил сколько проект? Сталина пережил, Маленкова пережил, Хрущева пережил, много. Горбачева, Черненко, сколько и дураков здесь не было власти. Вот я не знаю, как я прожил, я все переводил на шут. Все, вот никогда я всерьез ничего. Были серьезные моменты, но все у меня как будто шутка. Сколько людей дед задействовал своей фотомордочкой.
какой породы овцы ваши? These are East Friesian sheep from Netherlands and Germany. They're dairy sheep to milk, not for meat. А чем кормит матка ягнят? Матка молоком кормит ягнят? No, we have special formula made that we feed newborns, lambs, and we buy it in thousands and thousands of pounds, and we mix it with water. Ну ладно. Thank you. Как я такой страны боюсь? Блядь, бедная нищая Русь, ёб твою мать. Как она была немытой России, Лермонт говорил, так она и останется на века. Но мы не унываем, хрен с ней. Если унывает, то нехрен жить. Изменения без меня произошли. Да. Конечно. Ну, здравствуйте. Молодец, правда? Ну, ладно. О, слава богу. Антония, да? Дядя Вася? Дядя Вася. Под дуб, под ясень. Начинается. Женя, на-ка, внучечка. Давай, бери. А поцеловать, дедушка, спасибо. А сама подставляет не его, а себя. Правильно. Не носите, на стенку повесить. Были в русском районе, там русские живут. 80 тысяч населения в одном Нью-Йорке проживете. И буквы русские, все написано по-русски. Его наводнение побольше, чтобы они бегали. А местных жалко, а у тебя еще наши предатели, их бы омыло, чтобы они... Ну, люди ищут где лучше. И тут работай, живут же. Ну, живут, и пусть живут.